Программа Apollo Engineering. Секретная запись 6. Передаю для высшего руководства. Фаза 6, на которой мы рассчитывали прибыть всей командой программы, пока что считать закрытой и недоступной. На острове Gateway, на котором мы рассчитывали в большей мере проводить свои эксперименты, найти те самые новые виды динозавров, начать изучение. В данный момент на нем сильные неустойчивые погодные явления. Вертолеты наемников и ученых не могут совершить на нем посадку и доставить туда аппаратуру. Команда ученых решила на время включить это в фазу 6.5. Но есть и положительные новости. Наши современные дроны, несмотря на ураганы, бушующие в данное время на Gateway, уже возводят на острове необходимые ученым и наемникам постройки. По готовности будет доложено. Также спешу сообщить, что в данный момент мы на время прекратили некоторые генетические исследования в острове Исла Спира. Элементы были уничтожены. Сообщаю также о том, что скоро руководству будут высланы видеофайлы по тем видам динозавров, которые обнаружены здесь. Также вы просили видео чрезвычайных происшествий. Файлы загружены и отправлены. Секретный код 5497. Программа Apollo Engineering. The Isle of Rima.